Отдыхать в компании сверстников всегда интересно, но особенно здорово, когда отдых организован. В городских лагерях, а они открыты на базах всех районных школ, для детворы подготовлены обширные развлекательные, увеселительные и познавательные программы. В лагере «Пчела» в поселке Совхоз имени Ленина состоялась молочная вечеринка, где и побывала наша съемочная группа. Первым большим праздником для школьников, отдыхающих в лагере «Пчела», стала молочная вечеринка. Это мероприятие подготовила для ребят библиотека поселка. Сначала познавательная часть. Какие витамины содержатся в молоке и молочных продуктах? Кто дает молоко? Что-то стало для детворы открытием. Я узнала, что верблюд дает молоко, а я об этом никогда не знала. Есть витамин D, а этого я раньше не знала. После началось самое увлекательное. Командам предложили занимательные конкурсы. Организаторы постарались. Здесь были творческие задания, вопросы на смекалку, кроссворды и смешные игры. Одна из них – «Накорми корову». Простое, на первый взгляд, задание – нарисовать сено. Усложнили. Ребятам завязывали глаза, да и время было ограничено. Рисунки получались очень забавные. Еще один конкурс рисунков – станция рекламная. Буренок дети рисовали с любовью, а в написании слоганов пусть и были орфографические ошибки. Главное, что ребята делали все от души. Мне нравится молоко за то, что там оно очень вкусное и очень воздушно. Мне нравится творог, я не знаю, я всегда вот родился, и мне нравится вот с самого рождения творог. Люблю парное молоко. Оно придает бодрость и очень вкусное. Мне очень нравится кефир. Ну, он очень полезный. Сливки с клубникой мне нравятся, потому что сливки очень вкусные и клубника очень вкусная. Макаю сливки и ем. Мне очень нравятся йогурты разные. И еще мне нравится мороженое, потому что оно вкусное. Я ем по утрам рисовую кашу, сваренную на молоке. Она очень вкусная. Еще я люблю лапшичную, которая тоже сварена на молоке. Пройдя все станции, выполнив задание, школьники вместе с главной героиней вечеринки пустились в пляс и пели песни. Праздник получился на славу. Мне очень понравился конкурс, когда загадки отгадывали, кроссворды. Я много нового узнала про то, что витамины есть, какое есть молоко и разное другое. И праздник очень хороший, молодцы, что сделали. Лето только началось. У детворы впереди еще очень много интересного. Каждый день, проведенный в лагере, запомнится ребятам соревнованиями, праздниками, шутками и смехом. Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, «Видное ТВ».